Вот на таких примерах советским детям объясняли, чему учат во дворцах пионеров. Техническое творчество подростков всегда было в почете. И вот в Самаре уже в 21 веке создается самый современный детский технопарк – «Кванториум». Подобные центры уже работают во многих регионах страны. Сегодня этот вопрос обсуждали на окружной проектной сессии Агентства стратегических инициатив. Условия, необходимые для открытия «Кванториума», выполнены. Это региональное софинансирование, хорошая научно-техническая база и сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями. Это такой дворец пионеров будущего. То есть это работа с детьми, но с участием высоких технологий, с участием робототехники, с участием новых разработок, там, виртуальной реальности. Это то, что позволит профориентировать наших детей на будущие профессии. В Самаре успешно работает Центр молодежного инновационного творчества. Создана секция робототехники при университете. Открыта школа одаренных детей. В качестве бизнес-партнеров могут выступить предприятия аэрокосмического, нефтехимического, медицинского и других кластеров. Создание «Кванториума» одобрено на уровне высшего руководства страны. И уже летом этого года будет объявлен набор учеников в детский технопарк. Очень важно, что «Кванториум» мы будем создавать в двух городах, и в Самаре, и в Тольятти. В Тольятти это будет на площадке технопарка «Жигулевская долина». В Самаре мы сейчас окончательно определяем площадку. И на самом деле эта идеология очень хорошо встраивается в ту работу, которую также делает регион по указанию губернатора. Он уже неоднократно говорил в послании, что нам нужна школа одаренных детей. И вы знаете, что с прошлого года такая школа у нас уже работает. И идет проектирование, опять же, совершенно нового объекта, который будет построен на новой площадке. Детские технопарки в Самаре и Тольятти, согласно замыслу, будут работать на уровне самых передовых мировых стандартов. Так, чтобы, пройдя эту школу, каждый юный кулибин мог стать специалистом, востребованным на любом высокотехнологичном предприятии. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.